Today I'm traveling to my second home, Gelsenkirchen, where I spent 16 years of my life. And this, Benedict II, will show you the area. Auf geht's! Свое путешествие по Гельзенкирхену мы хотели начать с центра города, но забастовки на немецких железных дорогах нарушили наши планы. Собственно, ищем пути обхода и радуемся, что в России с РЖД такое невозможно. Пойдем, Венчик. Вместо 20 минут на электричке Бенедикту II пришлось пережить метро, автобус, трамвай и снова автобус. Забастовки на железных дорогах в Германии не редкость, так что Хёведусу не привыкать. Полтора часа в пути, и мы добрались до славного Гельзенкирхена. Первое значимое место, куда привел меня Бенедикт, это озеро Бергер и парк неподалеку от стадиона. Хёведус рассказывал, что здесь игроки Шальки частенько совершают утреннюю пробежку. Ну что, Бенедикт, узнаешь родные места? Вот мы и добрались. Давай мы тебя утеплим. И побегаем. Ты же здесь бегал с командой? Давай начнем. Три. Раз. Готов? Два. Три. Ну какой же ты! Гельзенкирхен известен как город тысячи огней. Еще несколько десятков лет назад здесь активно добывали уголь, вследствие чего осталось много угольных шахт. Владелец одной из них – близкий друг Бенедикта, Клаус. Клаус с радостью согласился встретиться с нами и показать, как выглядит настоящая угольная шахта. У Клауса русские корни, а еще он учился в одной школе с Бенедиктом, только на много лет раньше. Клаус – шахтер в четвертом поколении, однако его шахту закрыли еще в 2000 году. Сегодня в Германии не функционирует ни одна шахта, а старые поддерживаются за счет инициатив бывших шахтеров. А еще хобби Клауса – коллекционирование маек. У него больше 1000 футболок, которые он собрал за 18 лет. Майка Бенедикта занимает почетное место, а еще можно найти шорты нашего защитника, в которых он играл в финале чемпионата мира. It's a person who like the fans. Benny is also not only a player, he is a fan also, and he is a person when you go to him and say, hey, hello, can I need your help or I want to make a photo or everything. Benny is no. A person will say no, I don't want it. Every time he's laughing and he wants to help and, mm-hmm. and do anything for the people. Люди в Германии немного застенчивы, ну или стесняются при виде Хёведуса. Но его и правда узнают абсолютно все. Беня, кумир. В клубном магазине рассказали, что даже когда Хёведус покинул Шальке, люди продолжали приходить в поисках футболки с его фамилией. Отмечают популярность Джефферсона Фарфана, но только футболки Бени продавали в количестве десятков тысяч экземпляров. Ну а мы оставляем в фан-шопе традиционный сувенир. Вот
после насыщенного дня Бенедикт пригласил меня в один из ресторанов, где он часто обедал после тренировок в Шальке. Находится прямо около стадиона. Но туда мы отправимся уже вдвоем.